Вашему вниманию предлагается, сейчас я не вижу, есть. Вашему вниманию предлагается сообщение на тему через кожное инсулино-дилатационное трахеостомия, полезный опыт, профилактики возможных испражнений. Все чаще через кожное инсулино-дилатационное трахеостомия становится предпочтительнее традиционной хирургической открытой трахеостомии. Искожная пенсионно-дилатационная трахеостомия менее травматична, имеет меньшее количество осложнений, кровотечений, стенозов трахеи, инфекционных осложнений, в частности, которые по данным публикации составляют от 0,2% до 7,35%. В трех отделениях реанимации интенсивной терапии нашей больницы за период с января 2016 года по август 2020 года выполнено 526 трахеостомий. Из них 504 или 96% от всех трахеостомий составили трахеостомии, которые выполнялись по пункционно-дилатационной через кожную методике. Зарегистрировано было всего 207 различных по тяжести и значению осложнений, что составило 39% от общего числа выполненных через кожных пенсионно-дилатационных трахеостомий. Вот существуют разные классификации осложнений пенсионно-дилатационных трахеостомий. Одна из них опубликована Александром Станиславовичем Горячевым из НИИ имени Бурденко. И, в общем-то, этой классификации мы постарались пользоваться в своей практике, но немножко ее модифицировали с учетом той классификации, которая опубликована в журнале Critical Care в 2004 году. И там все осложнения делились на три больших группы. У Горячего и коллег на осложнение в ходе операции, осложнение, зарегистрированное в течение 24 часов после операции, или позднее осложнение. Ну, все эти виды осложнений, возможности охвачены этими классификациями и отражены вот на этом слайде. У коллег, которые публиковали свою классификацию в журнале Critical Care, искожные пенсионно-дилатационные трахеостомии, осложнения пенсионно-дилатационных трахеостомии были разделены на три группы. На те, которые возникали в переоперационном периоде, в течение того периода, пока канюля существовала в трахее у пациента, и на поздние осложнения. Таким образом, свои осложнения, которые мы наблюдали в течение 4 с лишним лет, мы систематизировали вот в этой таблице, и они делились на переоперационные в течение периода существования трахеостомы и поздние после деканюляции. Переоперационные специфичные для процедуры, неспецифичные для процедуры делили таким образом, и специфичные – это экстубация трахеи незапланированная, она отмечалась в 5 в случаях, небольшое кровотечение во время выполнения пенсионно-дилатационной трахеостомии мы наблюдали 18 раз. Трудности при дилатации трахеи и проведения канюля 32 раза. И развитие подкожной эмфиземы наблюдали в переоперационном периоде 4 раза. Неспецифичными для процедуры осложнениями были легкие нарушения вентиляции, которые отмечались в 26 случаях. Кратковременная длительность менее 5 минут, артериальная гипотензия или гипертензия в 35 случаях. Среднетяжелое и специфичное для операции осложнений отмечались повреждения трахеальных хрящей в 48 раз. Они связаны с введением гужей при расширении трахеи, а также самой трахеостомической канюли 4 раза. Была аспирация крови, дыхательные пути. И неспецифичные для процедуры среднетяжелые осложнения, которые мы наблюдали, это значимые нарушения вентиляции со снижением сатурации ниже 85%, 10 случаев, артериальная гипотензия, потребовавшая
инотропные вазопрессорные терапии 24 раза за все время наблюдения. Тяжелые специфичные – это паратрахеальное введение трубки. Оно случилось в нашей практике два раза. Неспецифичное, связанное, в общем-то, с тяжестью состояния пациента, которому выполнялась эта процедура, остановка кровообращения отмечалась один раз. В течение периода существования трахеостомы к легким осложнениям мы отнесли разрастание грануляций, инфекции трахеостомической раны, 4 случая, 41 случай соответственно, среднетяжелым развитие флегмоны шеи, два раза мы наблюдали это неприятное осложнение, и к тяжелым отнесены были по нашей классификации использовавшие опыт коллег, это 36 пневмоний, 2 раза ателектаз, 4 раза пневмоторакс, 2 раза отмечали развитие трахеопищеводного свища, 1 раз медиастинита и 11 раз в нашей практике отмечалась дислокация трубки и обструкция трубки, 27 раз. Позднее, уже наступившие после декануляции осложнения, легким мы отнесли развитие кожно-деформирующих рубцов, 2 случая. Жалобы пациентов после депонуляции на дисфагию и дизартрию 5 случаев и 3 раза потребовавшее лечение рубцовой стенозы трахеи. Такие, в общем-то, рекомендованные мерами для профилактики незапланированной экстубации трахеи во время выполнения этой процедуры. Во время подготовки к пункции трахеи случается дислокация эндотрахеальной пробки из положения манжета над голосовыми связками, то есть глотки и нарушение искусственной вентиляции легких. Для профилактики этого осложнения нужен постоянный эндотропический контроль и наличие помощника, который надежно фиксирует эндотрахеальную трубку. Ну и, в общем-то, наверное, не лишним будет сказать о том, что необходимо, чтобы было все готово к реинтубации трахеи. Что делать для профилактики кровотечения и аспирации крови? Нужно исследовать показатели гемостаза перед операцией и коррегировать факторы свертывающей системы в случае дефицита факторов свертывания крови. Низкомолекулярные гепарины требуется вводить не позже, чем за 12 часов до выполнения через позапенсионно-дефекционной трахеостомии. А нефункционированный гепарин не позже, чем за 5-6 часов до выполнения через кожно-пенсионной дилатационной трахеостомии. Если возникает кровотечение во время выполнения пункционной дилатационной трахеостомии, для того, чтобы предупредить аспирацию крови и развитие аспирационного синдрома, надо максимально быстро установить трахеостомическую трубку и раздуть манжету, после чего выполнить бронхоскопическую санацию. Это мы и старались делать. Нередко возникают трудности дилатации трахеи и проведения канюля. Обычно они обусловлены анатомическими особенностями трахеи, иногда переломами перстневидного прыща при введении уже дилататора. Как предупредить это? Нужен постоянный эндоскопический контроль и тот доктор, который осуществляет этот контроль, подскажет тому врачу, который вводит бужи или другие инструменты для расширения трахеи, и избегать грубых усилий при введении инструмента. Такое осложнение, как паратрахеальное введение трахеостомической трубки, развитие подкожной эмфиземы, обусловленной этим паратрахеальным введением, для профилактики требуется тщательное соблюдение методики через кожно-пенсионную дилатационную трахеостомию. Требуется постоянный эндоскопический контроль выполнения этой процедуры и постоянный контроль параметров искусственной вентиляции легких. Повреждение задней стенки трахеи и пищевода. Для предупреждения этого нужно тщательно соблюдать методику через кожно-пенсионную дилатационную трахеостомию и постоянный эндоскопический контроль, чтобы не допустить касания инструментами
совместимость трахеи и ее повреждения. Стеноза гортани и трахеи. С целью профилактики нужно избегать повреждений хрящей и слизистой оболочки гортани и трахеи во время выполнения процедуры, предупреждать развитие ларингитов и трахеобронхитов и использовать трахеостомические трубки с возможностью аспирации из надманжеточного пространства. Для профилактики инфекционных осложнений. При отсутствии признаков инфекции дыхательных путей, а этими признаками мы считаем отсутствие гнойного секрета, признаки системно-станетной реакции, за 30-60 минут до операции внутривенно вводятся стандартные антибиотики для переоперационной профилактики. Мы использовали или амоксициллин с клавуоновой кислотой, или ампициллин с фибактаном в соответствующих дозировках, указанных на этом слайде. Если же во время операции выявлялась эндоскопическая картина трахеита или трахеобронхита, назначалась антибактериальная терапия по общепризнанным принятым правилам. Заключение. В заключении нужно сказать, что чрезкожная пунционно-дилатационная трахеостомия, как любая другая инвазивная методика, не лишена опасности развития осложнений. Знание врача о возможных осложнениях и проблемах поможет предотвратить их, а в тех случаях, когда они все-таки развились, устранить их последствия. Спасибо за внимание.